братьев двух когда-то знал. С одним в Афгане воевал, хотели к черту врага, и ведьмам зубы. Стрелять он был большой мастак. Здесь и шагов менял пятак, был по натуре весельчак, хоть с виду грубый. А старший был обществовед, на все вопросы знал ответ, имел отдельный кабинет, машину, дачу. Жил то в Париже, то в Москве, имел семь пядей в голове. Да дело даже не в уме, поймал удачу. И вот когда, закончив срок, мы все покинули Восток, и оттого и вернулись те, кто смог дойти до цели. Явился к старшему меньшой, все ж как-никак, а брат родной, тот накрывает стол большой, мол, ждал и верил. Нам спиртокоп не глотки жёг, а здесь французский коньячок, и корка, семга, балычок, язык телячий. И почему-то вспомнил я, как провожали нас друзья, чеснок, четыре сухаря и фляжка чачи. Меньшой сидел и молча пил, тут старший тост провозгласил и выпил из последних сил за тех, кто в море. И, повертев на свет стакан, сказал Игай: «Слышь, братан, да брось ты свой Афганистан, он не в фаворе. Пройдет каких-то пару лет, его забудут, было нет, той автомат и пистолет, глупцам забава. Иные нынче времена, другие мерки и цена, кому нужна твоя война? Ну что ты права, бери пример хотя бы с меня, герой их не был я ни дня, а посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж, то в Лондон езжу, то в Париж, то в Риме с месяц погостишь, а то в Оттаве». Тут младшего тяжелый взгляд его прервал: «Отставит, брат, я не политик, я солдат, и мне до дверцы. Вся философия твоя и золотая чешуя гнилых сентенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле, и лозунг «Я тебе, ты мне», как песня вам. А на иного подлеца вполне хватило бы свинца, не полных 9 грамм. Иной до титулов дорос, а как дорос, еще вопрос. Здесь главное по ветру нос держать умело. А я хотел бы посмотреть, какие песни станет петь он там, под обстрелом. Чтоб ты в Европу ездить мог, дань кровью брал с меня Восток. Я больше износил сапог, чем ты, Штиблетов. Ты здесь в арабскую кровать живой ложился почивать, а там привык на камне спать, я с пистолетом. Мой друг не мастер говорить, умел он в спорах трезвым быть, но чую начал заводить его браточек. И друга я увел к себе, во избежание ЧП, мы с ним бродили по Москве до самой ночи. Какая бы ни была беда, мы слез не лили никогда, обиды горькая вода, бойцу опасно. Друг, стиснув зубы, соль глотал, что думал он, о чем гадал. Я думал так же и молчал, все было ясно. Потом судьба нас развела, его на север позвала. Меня замучили дела, работа, дети, а брат его обществовед в Париж уехал на 5 лет. Он там большой, но авторитет, в посольстве 3-й.